Яркие краски на радость детям. По такому принципу идет обновление дошкольных учреждений Новоуральска. Чуть меньше года назад внешний вид 35-го детского сада «Аленький цветочек» очень изменился. Яркое цветовое решение воплотила компания «Ресурс». Фасад засветился цветами теплого летнего солнца и чистого голубого неба. И тогда еще больше стало заметно неудовлетворительное состояние отмостки и асфальта. Изношенное временем покрытие было решено заменить. За время эксплуатации на асфальте образовались трещины, впадины, которые заполнялись дождевой водой. 17 мая работам был дан старт. До первых чисел июня подрядная организация из Челябинска сумела обустроить отмостку, поставить новые бортовые камни и уложить асфальт. Сработали с опережением, так что воспитанники смогли вернуться в родной садик раньше. И сейчас оценку случившимся изменениям могут дать и малыши, и родители. Ялки садик не лайте. Об изменении детского сада хотела бы сказать только в лучшую сторону. Во-первых, мы очень рады, что попали именно в 35-й детский сад, где царит семейная атмосфера. Мы благодарны всему коллективу детского сада за индивидуальный подход и любовь к каждому ребенку. И также хотели бы сказать спасибо администрации за ежедневную заботу и контроль над детскими учреждениями именно города всего, потому что изменения идут в каждом детском саду. У нас в этот детский садик ходила старшая дочка, сейчас ходит младшая дочка. В принципе, нам вообще все нравится. Самая высокая оценка дошкольного учреждения – это то, что ребенок хочет сюда приходить. Особенно вот цветовое решение фасадов, да, это все ярко, красиво, как раз то, что нужно для ребенка. Ну, чтобы просто смотреть не серые какие-то здания, да, а вот все разноцветное, все красиво. Как сделали фасад, так сразу же стало приятно. Это такое эстетическое удовольствие вести детей в детский сад и зимой, и летом. Видеть эти радужные яркие стены, и настроение поднимается, воспитание эстетики. У детей идет, ну и психология, да, идти в радостное место, здание. А педагоги тем временем оценивают безопасность подвижных игр на новом асфальте. Коллектив детского сада номер 35 «Аленький цветочек» выражает благодарность управлению образования и администрации Новоуральского городского округа за ремонт дорожного покрытия на территории детского сада. Спасибо вам за создание комфортных и безопасных условий для двигательной активности детей. Наш детский сад стал ярким, красивым. Нам очень нравится здесь работать. Отмечу, что на выполнение работ были затрачены средства местного бюджета. И это еще не финальная стадия. В этом году запланировано обновление дорожек, ведущих к верандам. Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях ведутся ежегодно. И это и замена оконных блоков, и ремонт групповых помещений, и ремонт кровли, установка ворот, которые требуются по пожарной безопасности, и много-много всего другого. В этом году Вячеслав Яковлевич дал задание в 35-й детский сад с таким красивым фасадом сделать и асфальтовое покрытие. Ежегодно выделяются средства для проведения ремонтных работ на улучшение условий комфортного, безопасного пребывания детей в образовательных организациях, в том числе и в детских садах. Поэтому мы искренне выражаем слова благодарности лично главе Новоуральского городского округа Вячеславу Яковлевичу Тюменцеву, с чьей подачи была произведена комплексная работа. По программе главы Новоуральского городского округа с прошлого года принято решение ежегодно ремонтировать не только стадионы образовательных организаций, но и производить асфальтирование в детских садах. Так что ремонт в «Аленьком цветочке» – это лишь начало. Благодаря комплексному и систематическому подходу появляется возможность по очереди привести в порядок все дошкольные и школьные учреждения, повысить безопасность и улучшить комфорт для горожан.